Вот такой завтрак я сегодня приготовила скромный моему мужу. Ну, а мое творог с йогуртом, с фруктами. Ему сделала такие греночки. В общем, вот такой вот у нас скромный завтрак сегодня. Всем приятного аппетита! Еще раз всем привет! 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 С вами Светлана, да? Гюльбера, Гюль! Ты хорошо для фотографий? Сегодня по Турции праздник детей. И люди на балконах, посмотрите, как разукрасили. Шарики повесили. Видно сразу, что дети есть. Сейчас покажу вам другой балкон. Видите, как красиво сделали. Сразу видно, у кого есть детки. Вот балкончик. Это я показываю, что напротив. Рядом неудобно будет. Там тоже шарики. Там пятеро детей было. Вы видите, везде флажки. У нас в этот день парад, выступление детские. А посмотрите, какая красота здесь. Вы видите? Соседи, так сейчас неудобно. Вы видите? В общем, праздник на балконах. Покажу соседский балкон. Видите, как красиво сделали? Не так ли? Супер! Сразу видно, что там детки. Ну вот, так готовятся люди. Напротив домов сейчас я не вижу, но вот наш Сите какой-то такой показательно образцовый. Где есть детки, там есть шарики. Ну вот такие традиции в Мерсине. Так, и вот сколько у меня горошка с килограмма. Вот это все мусор очищено. Леулы ее рашкин. А, мои хорошие, посмотрите, вы видите? Кортеж. Сегодня детский праздник, и по всему городу ездят. Недиорла рашкин. Посмотрите, люди без масок. Недиорлар онлары. Ne diyorlar işte şey, bugün 23 Nisan bayram ya resmi. Aha. Onun için konvoy düzenlemişler. Ne diyorlar? Konvoy. Konvoy, arabaların... Aa, konvoy, говорит, konvoy, машин. Понятно, по всему городу поздравляю детей, видно. Ну, а так всегда тихо. Какой-то шум. Мы сразу выбегаем с Ашкимом на балкон, наш балкон. Ура! Актриса погорела в отец. Ашкин, бен актрисы. Evet. А ты пузатик. Асбаксен гебек. Гебек, а ну. Сколько мы с ним смеемся, вы себе не представляете. Только и смеемся, что он такой комик у меня. Я вот иногда думаю, я сегодня, кстати, этот убрала опять. Как всегда, попылесосить, пыль вытереть, стекла вытереть, окна вытереть. И, в общем, дела не заканчиваются. Вам нравится мой макияж сегодня? Я не перестаю вас удивлять. А самое любимое место – это кухня. Нет, мне надо сейчас пойти и позаниматься. У меня скоро вебинар. Надо успеть приготовить кушать. А чтобы приготовлю кушать, смотрите. Но как приготовить горох, я вам покажу в отдельном видео. Так будет лучше. Все вышли на балконы. Машут флажками. Сегодня праздник в Турции, День защиты детей. Вы видите? По всем улицам, друзья мои. Кортеж.
поддерживают людей. Как все трогательно. Я такая, наверное, чувствительная. Кемал Паша. Гимн. Видите, как у нас весело в масках. Соседи. И здесь. Молодцы турки. Браво. Вот и закончилось шествие по нашей улице. Соседи все отмечают праздник. Вот так мы отмечаем праздники. На балконах, смотрите. Где детки? Солидарны все. Гимн поют. А там посмотрите, какой фейерверк на балконе устроили. Машине внизу, друзья мои. С машины музыка. Весело. Яшким настроение.
друзья мои. Это была минута молчания. Ашкем тоже поет. Все поют. И мне надо выучить слова. С флажками стоят. Не шевелятся люди. Приятно, друзья мои. Сегодня был замечательный вечер. Трогательно до слез. Всем мира, всем дружбы, сплоченности, солидарности. Живите дружно, не обижайте никого. Цените каждый момент счастливой минуты, радостной минуты. Плохое мы увидим всегда, а хорошего так мало вокруг. Будьте добры и будьте счастливы. Наш Эрдоган, президент. Хорошие, вот такую вкусняшку я сегодня готовлю. А полностью рецепт можете посмотреть в моем плейлисте. Готовлю дома. Зеленый горошек. Ну, а эту часть я себе оставила, спрячу в морозильник. Может, когда-нибудь пригодится мне. Мой обед готов. Посмотрите, какая вкуснятина. А рядом скоро поспеет плов. Приятного всем аппетита!